В завершение о спорте. Сборная Якутии завоевала 3 медали на чемпионате России по вольной борьбе. Соревнования прошли на прошлой неделе в Ингушетии. В весовой категории до 61 килограмма Виктор Рассадин завоевал серебряную медаль, а в весе до 57 килограммов Дмитрию Аксенову удалось взять бронзу. А в Каспийске в соревнованиях среди женщин Алина Казимова завоевала бронзовую награду. Казимова родом из Перми, но с февраля этого года выступает под флагом Якутии. На пресс-конференции президент Федерации борьбы республики Семен Березин отличившимся борцам и тренерам вручил денежные сертификаты. Также свой сюрприз Дмитрию Аксенову преподнесли болельщики фан-группы «Нас на ковре якутяне». Они подарили якутский нож и пояс, декорированный серебряными пластинами. Далее Рассадина и Аксенова ждет первый этап сборов, который стартует 21 июня в Нальчике. Мысли, конечно, были, не спал после этого. Всю ночь сюда ехал, тоже не спал. Умывался, переживал, тоже думал. Неужели зашел, сам себя не мог поверить. И тренера, личный тренер тоже уже уверенный был, сказал он. И потом уже нормально стало. Зашел, просто настраивался на каждую схватку. И тоже настроился на эту схватку, только уже по-другому. Уже как бы за бронзу боролся, поэтому, а на других схватках по-другому настраивался.